Привет! Сегодня поговорим о раздражителях для того, чтобы отрабатывать команду «Голос». Вот ты пишешь, еще кто-то пишет мне, что собака в какой-то определенной ситуации лает, да, и сдает голос, да, в какой-то... Когда ты пытаешься сделать что-то, то ничего у тебя не получается в этот момент, да. Ну, посмотрел мой ролик, да, посмотрел, что я там привязал собаку. Но это же не руководство к действию, это просто один из способов промотивировать собаку на облайку. Если у тебя собака в этом способе не лает, да, попробуй другой способ. Вот ты говоришь, что когда подъезжает машина, собака у тебя начинает лаять, да. Вот здесь в этот момент возьми ты привяжи вот это вот приезд этой машины, которая проезжает мимо дома, да, облайку, ты в этот момент собаке говори: голос, 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 да, она лает, хорошо, ты ее подкармливай, подкармливай. Единственное, конечно, потом тебе надо будет убирать вот приезд машины, да. То есть здесь ты переводишь на голос, голос, на жестикуляцию свою. А потом убирать тебе надо будет машину. Вот у меня собака, например, на команду на голос она знает, да, хорошо знает. А вот чужой она не знает. Вот давай сейчас на глазах прям я у тебя попробую это сделать. Связать вот эту вот команду чужой, да, с командой голос. Акбар, иди сюда. Чужой. 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 Вот. Опа! Это сейчас вообще какая-то новость произошла. Знаешь почему? Потому что я периодически, видимо, говорил слово «чужой» и слово «голос» говорил. И он залаял, да? Ну, для меня это вот... Ну, просто у нас уже понятия с собакой очень хорошие такие. Иди сюда. Вот он знает жестикуляцию голоса. Чужой. 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 Молодец, хорошо. Ну... Неудачный я пример привел. Хотя я еще раз говорю, я хотел просто сейчас у тебя на глазах это научить, это сделать. То есть я перевел бы команду голос на команду чужой. То есть я бы ему говорил бы, например: чужой, дай, чужой. Вот, дай тебе поцелуй. Поцелуй. Молодец. Ты у меня умница. Ты у меня красавица моя. Хорошо. И в следующий раз, когда я буду произносить команду «чужой», да, у меня собака будет лаять. Лишь неудачно, как получилось. Но зато вот этот вот рыжий такой пес у меня лишний раз подтвердил то, что он молодец, молодец. Дай. Чужой. 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 Хорошо. Ну, вот как-то так. То есть тебе нужно будет переводить тот момент, когда подъезжает собака. У меня у одного зрителя моего канала, знаешь, он мне писал, что когда он начинает копать, то есть берет лопату, начинает копать, и у него в этот момент собака начинала лаять. И он связал это. То есть он говорил: голос, 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 и собака у него стала реагировать именно на это дело. Дай. Чужой. 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 Хорошо. То есть все достаточно просто. Не обязательно привязывать. Это одна, вот просто один из примеров. А как вызвать вот это вот раздражение у собаки, чтобы она начала облайку? Это уже все зависит от собаки. Нету ничего средненного, все это достаточно индивидуально. Поэтому заслужи доверие, заслужи уважение. Пробуй, экспериментируй, пытайся. И ты добьешься вот нужного для тебя результата. С тобой был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужи доверие, заслужи уважение. Я еще ничего не говорил. Заслужи уважение, и тогда у тебя все получится. Чужой. Чужой. А где чужой? А где чужой? Вот как-то так.